La 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 Один мальчик гулял по улице мимо высоких и не очень высоких домов. Обращал внимание на окна, рассматривая их. Его привлекали разные интересные предметы и свет в окнах. Там сейчас живут люди. Интересно, как там они? Почти в каждом доме наверняка живет спортсмен. Вон кубки и мячи видны. Он любит делать зарядку. Во многих квартирах есть питомцы, кошки, птички, собаки разные. Вот довольный пушистый кот, у него хозяйка бабушка. Свет на кухне, наверное, собрались поужинать всей семьей. Или готовят, может, даже пирог яблочный. Я люблю яблоки. А в этом заболел кто-то, и ему грустно. Он пьет лекарства. А из этого доносится пение и иногда звук фортепиано. Видимо, занимается ученик музыкальной школы. Люди говорят, что любителям рассматривать окна не хватает общения. Или это просто любопытство? Для меня это попытка понять и принять то, что нас много и мы рядом, что жизнь, увлечения у всех очень разные, и от этого еще интересней. Все куда-то попрятали птицы, в облака упорхнул соловей. Ведь не может оркестр поучиться. Раз, два, три, четыре, пять. Есть только семь нот. И песню споет.